Эта пятница стала самым теплым днем с начала года, 10 градусов выше нуля, а сугробы с начала недели уменьшились втрое. В предстоящие выходные температура немного опустится, нам обещают около 8 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что значительно холоднее. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. На Пасху синоптики не исключают осадки в виде кратковременного дождя. Но автовладельцам глава гидрометцентра посоветовал не торопиться с заменой резины, вероятность снегопадов сохраняется, так что поездку уже на монтаж стоит отложить как минимум до середины апреля.